Огненный рейс. На острове Хортица возле одной из баз отдыха сгорел автобус, принадлежавший добровольческому батальону «Донбасс». Наши журналисты побывали на месте событий. В ночь с четверга на пятницу в районе 11 вечера на территории одной из баз отдыха загорелся автобус. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщают правоохранители. Однако общественники с такими выводами не согласны. Открыли заднюю дверь автобуса, заблокировали, вынесли с автобуса воду, которая была в автобусе. В автобусе была канистра с топливом. Этой же канистрой как бы облили автобус и подпалили. То есть наши мальчишки уже спали. Пока как бы администрация увидела это все движение, автобус уже пылал. То есть спасти его было невозможно. Это поджог. Взрыв был в автобусе определенно. Об этом говорит то, что стекла из автобуса разлетелись на расстоянии до 10 метров, скажем так. Вот. Но в то же время автобус не был поврежден, то есть поражающих элементов не было. То есть это был хлопок, избыточное давление, от которого повылетали окна. Волонтеры рассказывают, что автобус был оформлен наклейками и знаками добровольческого батальона. 10 бойцов ехали из Мариуполя на боевое слаживание на полигон в Новомосковск. Никто не пострадал. Техника – это такое главное в жизни людей. Вот, скажите, из-за того, что вы здесь задержались, какие-то проблемы вот по службе вот будут, то, что вы не успеваете на полигон? Да мы успеем вовремя. Бойцы должны были в Запорожье только переночевать. Место для ночлега волонтеры подобрали спонтанно. Никто не мог знать, куда именно направляются ребята. Никто не знал. А вопрос был решен очень быстро. Мы как бы не знали, где их поселить. Хотели поселить их на нашем хостеле, который есть как бы на Победе. В хостеле нет мест свободных, поэтому вот решили быстро. Их много. Их 10 человек. 10 человек в одном месте поселить как бы. Вот решили поселить здесь. Это было решено спонтанно. Даже я не знала, где они будут ночевать. База пустая. Одно из двух. Либо как бы это, либо их вели и видели, где остановился автобус. Либо это то, что вот находится рядом. Как рассказывает Елена Волкова, это уже третье ЧП в этом батальоне за последние 2 недели. Сначала разбомбили пункт постоянной дислокации в Сопино под Мариуполем, затем сгорел грузовой КРАЗ, а теперь еще и на мирной территории автобус.